Друзья, всем большой привет! Обзор моих работ. Мое вязание в начале этого года. Связала вот такие носочки. Здесь у меня ниточка коричневая и ниточка северное сияние. Тройная нить, овечья шерсть. Получились очень теплые носочки. В пяточку добавляю ниточку ирис. Серые носочки. Здесь у меня ниточка люрекс добавлена. Белая полосочка, серая полосочка. Мысочек закрыт на 4. Аккуратная классическая квадратная пяточка. Вот такие вот чисто серые следочки с розовой полосочкой. Две полосочки. В пяточку добавлена ниточка ирис. Мысочек закрываю на 4. Вот аккуратные 4 косички. Вот такие вот серые носочки. Белая полосочка, серая полосочка. Цвета вишни. В пяточку добавляю ниточку ирис. Аккуратная квадратная пяточка, мысочек закрыт на 4. Здесь у меня серые носочки, а наверху сделала вот такую вот цвета вишни, цвета сирени полосочку и цвета серого полосочку. Вот такие вот у меня работы в этом году. Овечья шерсть, тройная нить, носочки очень теплые, очень долго носятся. В пяточку добавляю ниточку ирис, чтобы долго носились и не стирались. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. До скорой встречи в новом видео. С вами была Алина.